наглая птица, а? Ну что, мы ждем автобус. Время. Сколько? У меня на 2 часа назад. 20 минут 11. Автобусы ходят до 12. Вот, сейчас пытаемся уехать. Посмотрим. Кстати, я ни разу не ездила ведь так на общественном в Лепе. Да-да-да. Вот такие мы модные, молодежные в клуб пошли. Наш автобус едет. В принципе, ждали быстро. Все, у нас уже куплены билетики специально. Еще музычка на фоне. Идем обратно, мы из клуба. Два часа ночи, и мы идем спать. Пешеходная улица в городе Лепе. Пока у меня Слава в банке, я решила тут немножко поснимать, показать. Слава! Мы идем на море. Первый раз за этот приезд. Посмотрим закат, возможно. А возможно, не посмотрим. Уйдем раньше. И будем кушать вкусняшки. А может, и не вкусняшки. Бургеры, бургеры. Какая-то старенькая такая улочка, да? Не реновированная. Яблочки. Нет, это не яблочки. Или яблочки. Яблочки. Так. О, российская машина. Это московский регион. Трясет, когда по брусчатке идешь.
Я так-то съемку веду, мне нельзя идти по брусчатке. Так красиво все. Ну, когда-нибудь приедем, будет все восстановлено. Я верю в это. Я верю в это. Тоже улочка там такая. О-о-о. Дом с призраками. Ну вот нет, ну выбор. Либо снимаешь видео, либо фоткаешь. Невозможно просто жить так. Так возьми да попей. Вот, смотри. Ну ладно, потом посмотришь, как это красиво. Если я так не буду, то же вас одна. А мы не будем через посольство российское проходить, консульство? Будем? А было? Близко. Вот. Машина. Или там был. Ну ты что-то ремонтируешь. Когда-нибудь через 20 лет мы будем смотреть это видео. И что дальше, я не знаю. Ну что, ты сегодня звезда этого видеоролика. Что, зря брился, что ли? Ну да, это центральный же вход. Вот тут. Мы успеваем на закат. Пришли мы, короче, вот на пляж. Поели уже. Мало, мало. Мне мало. Ну, вкусно, надо сказать. Ну, неплохо. Ну, картошечка такая была уже. Ну, просто надо сразу ее есть. Здесь поменялось, как это сказать? Блин. Ну, в общем, была надпись другая немножечко. Сейчас ее переделали. Это вот, я не знаю, наверное, в этом году сделали, мне кажется, да? Вот. Там всякие кафешечки. Есть детская площадка рядом с кафешками. Везде туалеты есть, переодевалки, мусорки. Вот. В общем, классно. Пойдем фоткать дальше. Вчера было хорошо, так что дети можно было бы что-то много. Чего? Какой кадр был? Надо потрогать. Теплая. Она теплая. Thank you.
Это карта города? Это карта города. Тут даже есть для слепых. Берегу моря. Ты так забирался? Мимо проезжаем и нашли улицу целую, старую. Тут уже лес давно растет и плитка лежит. Может, здесь душевая была. И она причем нормально так лежит и даже не разваливается. Как говорится, умели же раньше делать. Да, Слава? Там полка бы какая-нибудь. Да, здесь такое видно, что как бы внутри здания, да? Такой не уличный. Вообще тут, если походить, наверняка что там есть. Да. Это военное время, скорее всего. Все было уничтожено. Мне кажется, так мало информации, даже чтобы вот найти именно, узнать, вот что здесь было. Невозможно. Практически. Ну ладно. We'll be right back.